Добрый день, друзья! Сегодня мы находимся на картодроме «Лидер», Московская область. За моей спиной очень интересная трасса, на которой мы продолжаем испытания наших картингов, которые изготовлены на базе «Рима». Испытываем сегодня два мотора, 3 кВт и 5 кВт, DA90SM и DA95S. Это новый мотор. И я вам скажу, пилоты сегодня уже прокатились, профессиональные пилоты. Остались очень довольны. Нас накрыл дождь. И, как сказали ребята, в дождь они ведут себя намного лучше, электрическая техника. В дождь ведет себя намного лучше, чем бензиновая. Ну и вот вы слышите за спиной этот шум, этот грохот. Наши картинги вообще бесшумные. И если нужно сделать звук, то его нужно делать через динамики. Но сегодня я не об этом. Сегодня я могу сказать совершенно точно, что это очень успешная установка на картинге. Это очень успешный проект, который однозначно будет востребован, особенно ключевое то, что там стоят асинхронные моторы с совмещенными обмотками. Они позволяют уменьшить расход батареи в два раза, то есть увеличить пробег. Сегодня на 3-киловаттном моторе DA90SM пробег составляет 6-7 заездов по 10 минут. Можете себе представить, если кто-то из вас хоть как-то сталкивался с BLDC-моторами, которые сейчас в основном на рынке, то прекрасно люди понимают, что 50-амперная батарея, то есть 50 ампер-часовая батарея, не позволяет на BLDC-моторы проездить больше 30 минут. Ну, никак не получается. На наших моторах, на экономных моторах, на лучших моторах с совмещенными обмотками, конечно, эта техника очень экономичная. Если говорить кратко, то карты получились очень хорошие, моторы тяговитые, и, что самое важное, на мой взгляд, у них очень правильная развесовка. То есть, если мы возьмем любой карт, вот, который вот является вот прокатным или спортивным, но на двигателе внутреннего сгорания, то там вся масса смещена немного назад и на правую часть. В то же время здесь, ну, ввиду расположения аккумуляторов, ввиду расположения мотора, расфасовка по осям получилась достаточно сбалансированной, поэтому из любых поворотов можно выезжать в полный газ. Что вот еще вот очень показалось необычным, так это то, насколько вообще быстрый отклик на педаль газа. В любой вот прокатной технике газ нажимаешь, сразу вот начинается вот какая-то вот задержка, пока мотор раскрутится, пока сцепление схватится, это занимает время. В то же время здесь вот газ нажал, сразу машина поехала вперед. Моментальный отклик, и это очень, на мой взгляд, интересная особенность. Если более глубоко копать, то в то же время можно пока уточнить по поводу общей массы машины. Если вот сравнивать с тем же Soddy Sport, который аналогичен по мощности, то мы имеем выигрыш в весе где-то приблизительно 20 килограмм. А это значит, что можно тормозить позже, можно раньше открываться на выходе из поворотов и можно сохранять большую скорость прохождения через сами повороты. Если подытожить, то машины получились очень интересные, управлять ими довольно просто. И у них есть несколько вот довольно интересных мелочей по типу заднего хода. То есть не надо больше вот корячиться с тем, чтобы выехать откуда-то, не надо вытаскивать машины голыми руками. Можно просто сесть, переключить тумблер, и она все сделает сама за пилота. Хорошая машина, очень даже понравилась. Едет достаточно хорошо. То есть прям скорости хватает, торможение, разгон, все прям очень даже хорошо, все работает прям очень хорошо. На выходе из затычных поворотов, всяких там крутых поворотов, никаких проблем нету, никаких задержек, ничего. То есть газ нажал, она сразу поехала, сразу едет хорошо, очень даже бодро. По тормозам, тормоза тоже хорошие, то есть можно приноловиться немножечко. Вот, тормоза более-менее хорошо работают. Вот. Что касаемо развесовки и руления всем картам этим.
очень хорошо, очень понравилось. Рулится на уровне где-то спортивного картинга вроде Ротекса на спортивной резине. То есть рулежка очень хорошая, развесовка очень идеальная. Единственное, можно сделать влагозащиту и в дождик. В плохую погоду эти машины будут очень-очень востребованы и очень будет хорошо ездить. Так, в целом машина очень сильно понравилась по сравнению с нашими 9-сильными картами. Прям на уровне держится очень даже хорошо. То есть даже в чем-то выигрывает. Было очень много проблем и недочетов, которые мы устраняли в течение целого года. Электропроводка, недочеты, где-то меняли настройки, которые влияют и на торможение, и на газ. Учитывали желания, пожелания пилотов и людей, которые занимаются прокатом. На сегодняшний день на 90% у нас все отработано. А теперь уже мы будем вводить только дополнительные опции. Это датчики ударов, это динамики для тех, кому нужно, чтобы был звук. Ну и остальные вещи я буду с вами делиться чуть позже. Возможно, что-то я уже расскажу и на конференции. Все, спасибо, ребята. Очень было приятно сегодня вот здесь вот побывать. Мне понравился картодром, очень дружелюбный. Всем спасибо, все очень здорово.